Выборы давно прошли, обещания электорату выполнены. Так отчитались главы районов. На деле иначе, отмечает губернатор. На совещании с руководителями муниципалитетов он обсудил ход исполнения предвыборных обещаний. Власти говорят, что жители довольны. Что на самом деле это не так, Станиславу Воскресенскому местные сообщают в личные сообщения в социальных сетях. С каждым случаем губернатор будет разбираться. Попросил присоединиться и активистов Народного фронта, чтобы выяснить, что из обязательств глав выполнено и, главное, как. Руководителей районов он призвал выполнять работу по совести, не для галочки. Или тогда уж не выполнять вовсе. Вот я сейчас только что там рабочее совещание без СМИ проводил по реконструкции вокзала. Вот построили тяп-ляп в 30-х годах. Вот сейчас пожинаем эти плоды. Фактически перестраивать вокзал приходится. Потому что вот строили не пойми как, не пойми что, с нарушением всех строительных норм. Давайте мы с этим отношением к людям будем просто заканчивать. Оставим эту страничку неприятную в прошлом веке.